Утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Комсомольской в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарными была организована проверка помещений и поиск людей. Огнеборцами с применением спасустройств были спасены 9 человек, в том числе 2 детей. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети. 3-летнего ребенка, проглотившего кулон, доставили самолетом из района Бурятии в Улан-Удэ. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Лиза, самолет горит, Лиза. А вот это вот не Лиза. Лиза, Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Экипаж катапультировался, сообщили в Минобороны России. По словам губернатора Иркутской области, один пилот все же погиб. У остальных травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Сбежал с места ДТП на машине без колеса. Авария произошла в Нижнем Саентуе. По словам очевидцев, водитель сильно разбившегося БМВ решил, что ему нечего терять. На авто без колеса он попытался скрыться. Заехал на холм, забрал все вещи, документы из машины и убежал. Андрей Слепнев, новости дня.